Дорогие друзья, вы просили еще интервью с сибиряком новосибирцем Юрием Кунцем. Или Кочеров. Или Кочеров, или Кунц. Так или так, да? Вот, слушайте, Юр, что мы споем для сибиряков, для россиян, для русских, я хочу спеть для белорусских? Любимая песня, которую я в том году выучил, в Новосибирске пел, в ДК железнодорожников, был фестиваль Маланецкий, гала-концерт. Я русский. Нас все призывают там извиняться за то, что мы, русские, утопили шведов в Чудском озере, Наполеона разбили. Да-да, извиниться немцов... за то, что мир спасли. Гитлеру надавали бомбардасов. Гитлера, да. Или что наша 6-я рота гвардейская насмерть стояла против превосходящего противника. Да, да. Песня «Я русский». Я русский, я тот самый колорад, Савдеповский отстой, расшестывата. Я тот, кто любит водку и парад. Я отпрыск победившего солдата. Не радуйтесь, мы не перевелись. Нас много, не привыкших есть откуда. Нам человечность прививала жизнь в палатах умиравшего союза. Мы выжили, конечно же, не все, но выжившие стали, крепче стали. Мы русские, трехкратно обрусев, из праха вашего вести восстали. Для нас святой Родина и Мать. Нас мир боится, потому что знает, кому умом Россию не понять, тому она привычно объясняет, что есть на свете, окромя жратвы, порядочность, достоинство и совесть, и наше русское, и дуналы. Для вас, братва, увы, плохая новость, нам стойкости у вас не занимать. Вы видели уже, как мы воюем, а если не хотите вспоминать, напомним и повторно растолкуем. Не трогайте Россию, господа, запомните, нас бьют, а мы крепчаем. Услышьте нас, а если нет, тогда, тогда мы за себя не отвечаем. Нашивость нас не стоит проверять. Заморский парень, ты не есть мессия. Любезный, не Вьетнам мы, а Россия. Подумай, с кем ты хочешь воевать. Подумай, брат, не Босния, а Россия. Подумай и не трогай нашу мать. Потрясающая песня. Спасибо. Потрясающая всем, песня. Всем музыкантам, гармонистам России привет. Дальше у меня путь на Берлин. Я сейчас в Брестской крепости нахожусь. Вот, приобрел новенькую гармошку. Там у меня в хлам во Вьетнаме вот весной был. Всю расстроил. Его сейчас хоронили тещу, порвали три баяна, да? Вот здесь, в Бресте, друзья, белорусы, гармонисты помогли мне с гармошечкой. И вот дай Бог до Рейхстага добраться. И до Рейхстага обязательно, святое дело. С гармошкой. И знамя победы везу. О, обязательно.